сети завирусилось видео, на котором запечатлен забавный момент с участием Кейт Миддлтон. На кадрах монаршая особа продемонстрировала секреты удачного позирования во время заграничного тура в Данию в феврале 2022 года. Для выхода в свет Кейт выбрала серое двубортное платье, пальто из твида с черными воротником и манжетами. Свой образ она дополнила туфлями от Джанвита Росси, жемчужным ожерельем от Маники Винадер, Нура, и знаменитым кольцом с цейлонским сапфиром, который когда-то принадлежала принцессе Диане. Позируя для фото во время официального визита в Данию вместе с Маргарет II и ее невесткой, кронпринцессой Мэри, во дворце Кристиана IX, Кейт незаметно изменила позу для удачного ракурса. Принцесса Уэльская быстро и аккуратно перешагнула через ковер, несмотря на лодочки на высокой шпильке. Глядя с улыбкой на собравшихся репортеров, монаршая особа придвинулась ближе к датской королеве, ловко обойдя препятствие. «Если бы я попыталась это повторить, то моя пятка зацепилась бы за ковер, и я бы рухнула на королеву Маргарет. И весь мир увидел бы этот мой позор, это великолепно, просто Кейт делает то, что у нее получается лучше всего. Без суеты, просто расставляет все по местам, класс. Это новое танцевальное движение, самая милая принцесса на свете. Я люблю ее», — обсудили поклонники.